28 сентября 2009 года, 11 часов 45 минут. Борт новейшего истребителя МиГ-29К. Самолет совершает испытательный полет над Баренцевым морем. Впереди по курсу появляется точка. Это тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Корабль увеличивается в размерах, горят сигналы посадочной системы. Слегка покачиваясь, машина подходит все ближе к корме. И вот долгожданный момент. Есть посадка. Пробежав 90 метров, истребитель МиГ-29К замирает на палубе авианосца. Летчик-испытатель Павел Власов, не успев спуститься на холодную сталь палубы, тут же вновь взмывает в небо. На сей раз на руках счастливых товарищей. А в это время делает очередной заход еще один самолет МиГ-29КУБ. Палуба авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» готова принять нового гостя. Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Этот корабль был создан в эпоху Холодной войны, пережил распад СССР, а теперь несет боевую службу в новой России. Рожденный на сломе исторических эпох, авианосец сменил несколько названий. При проектировании он назывался «Советский Союз». Заложили его на стапеле под именем «Рига». Спустили на воду уже с надписью на борту «Леонид Брежнев». А испытания он проходил как «Тбилиси». С 90-го года авианосец носит имя адмирала флота Николая Герасимовича Кузнецова. Николай Кузнецов возглавлял военно-морской флот с 39 по 55 годы. Именно он настаивал на строительстве авианесущих кораблей в Советском Союзе. В настоящее время «Кузя», как ласково называют моряки корабль, единственный в составе российского военно-морского флота авианосец. Хотя официально в России такого класса кораблей не существует. В отличие от классических авианосцев, таких, например, как американский «Нимец», адмирал Кузнецов имеет помимо авиагруппы мощное наступательное и оборонительное ракетное вооружение. Поэтому отечественный корабль отнесли к классу тяжелых авианесущих крейсеров. Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Длина 305 метров. Ширина 70,5 метров. Водоизмещение 58 тысяч тонн. Мощность силовой установки 200 тысяч лошадиных сил. Скорость до 29 узлов. Дальность плавания до 8 тысяч морских миль. Крейсер разработали в Невском проектно-конструкторском бюро в Ленинграде. 1 сентября 1982 года корабль был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в Николаеве. В создании авианосца принимали участие около 700 предприятий всего Советского Союза. Через два года корабль был спущен на воду, после чего продолжалась его достройка на плаву. Летом 1989-го начались швартовые испытания. Осенью крейсер был выведен в море, где провели цикл испытаний корабельных самолетов Су-27К и МиГ-29К. 20 января 1991 года на рейде Севастополя на корабле подняли военно-морской флаг, и крейсер был официально зачислен в состав Северного флота. В сентябре начались полеты морских летчиков из Центра корабельной авиации ВМФ. Первым военным летчиком, который совершил посадку на палубу Кузнецова, стал начальник центра Тимур Апакидзе. В это же время происходят драматические события распада СССР. У России возникают опасения за судьбу авианосца. Самостийная Украина делит имущество Черноморского флота. За неделю до подписания Беловежского соглашения корабль тайно уходит из Севастополя и переводится на Северный флот. Перед палубными летчиками тоже встал выбор – присягнуть Украине и остаться жить в Крыму или отправиться на север, чтобы служить на авианосце. 18 летчиков выбирают последнее. Они уходят вслед за кораблем вместе со своим командиром – Тимуром Апакидзе. В 2001 году во время демонстрационного полета заместитель командующего авиацией военно-морского флота Тимур Апакидзе погиб. В России он успел создать школу палубных летчиков, которая существует до сих пор.
Теперь новое поколение палубников осваивает борт авианосца. Сегодня тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» – самый большой отечественный боевой корабль, флагман Северного флота. Размеры его палубы – почти 3 футбольных поля. Высота от ватерлинии до высшей точки антенны равняется высоте 22-этажного здания. Экипаж с авиагруппой и штабом около 2000 человек. Корабль такого класса – это сложнейшая многоуровневая система с огромной инфраструктурой. Авианосец смело можно назвать плавучим городом. На крейсере можно легко заблудиться. Общая протяженность коридоров на Кузнецове почти 20 километров, а количество помещений доходит до 3500. Члены экипажа корабля могут даже не встречаться друг с другом за все время службы. Главный командный пункт – своеобразный мозг крейсера. Отсюда производится управление кораблем, его боевыми и техническими средствами. На центральном командном пункте анализируется обстановка и готовятся данные для командира. На основе этих данных он принимает решения по использованию оружия и технических средств корабля. Крейсер имеет несколько комплексов ракетного вооружения. Самый мощный из них – ударный противокорабельный комплекс «Гранит» с 12 пусковыми установками. Пусковые установки размещаются под полетной палубой и закрываются броневыми крышками. Сверхзвуковая крылатая ракета имеет максимальную дальность поражения целей – 600 километров. Противовоздушная и противоракетная оборона включает в себя несколько рубежей. На дальних подступах действуют 4 автономных зенитно-ракетных комплекса «Кинжал». Каждый комплекс состоит из 48 универсальных управляемых ракет вертикального старта. Следующий рубеж самообороны обеспечивают 4 батареи зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Кортик». В состав каждого комплекса входит боевой модуль с 2 6-ствольными автоматами и блоками зенитных управляемых ракет. Ближайший рубеж самообороны обеспечивает 6 артиллерийских установок скорострельностью 5000 выстрелов в минуту каждая. Основным вооружением крейсера «Адмирал Кузнецов» является авиационная группа. Она состоит из тяжелых истребителей Су-33, учебно-тренировочных Су-25 УТГ и вертолетов. На корабле могут базироваться до 52 летательных аппаратов. Под полетной палубой находится ангар. В нем может разместиться 24 вертолета и 12 самолетов. Подача техники из ангара на полетную палубу производится 2 бортовыми подъемниками. На верхней палубе имеются 3 взлетных полосы. Одна длиной 180 метров и 2 по 90. В носовой части корабля находится трамплин. Каждая стартовая позиция оборудована устройством для удержания самолета. Сзади поднимаются газоотбойные щиты, чтобы предохранить другие машины, стоящие за стартовой позицией. С командно-диспетчерского пункта обеспечивается управление взлетом, посадкой и полетами самолетов в ближней зоне. В момент посадки истребитель цепляется гаком за трос аэрофинишера. Всего этих тросов на корабле 4. Идеальным считается зацеп за второй трос. Для ориентирования летчика используется оптическая система «Луна». Непосредственно команды захода на посадку выдает руководитель визуальной посадки. Он находится в бронированной рубке. От точности его команд зависит жизнь летчика. Посадка – сложнейший элемент пилотирования в палубной авиации. Концентрация летчика наивысшая, цена ошибки – жизнь. Зона посадки – 46 метров в длину, 3 метра справа и 3 метра слева. Скорость самолета – 250 км в час. При этом корабль редко когда не качает на волне, и корма выписывает немыслимые фигуры. Недолет – и самолет врезается в эту корму. Перелет – и самолет уходит на второй круг. Даже когда есть зацеп гаком за трос, летчик выводит двигатель на максимальный режим.
Это дает шанс уйти на второй круг в случае обрыва троса. Не будет преувеличением сказать, что палубные летчики – это элита авиации. Здесь служат только фанаты, безгранично влюбленные в свое дело. А нужны ли авианосцы нашей стране? Опыт последних войн показывает, что когда мощное государство отстаивает свои интересы, то оно прежде всего использует авиацию. Авианосцы – самое мобильное средство, которое может доставить боевые самолеты в любую точку земного шара. Защищая свои интересы, надо демонстрировать свою силу.